вами снова Жека, мой френд Лев. Покажу вам чуть-чуть центр Бангкока. Вот. Красиво, конечно. Тут вот поверху ходит у нас метро. То есть, ну, можно в нем прокатиться, сделать хорошие кадры. Здесь красивые очень высотки. Ну вот, высокие. Разнообразные, под стеклом, какие хочешь есть. Можем увидеть, да? Высотки. Вот, а вот если эту панораму поснимать метро, вот можно к нему вот здесь, кстати, можно, по-моему, к нему подняться даже в этом месте. Таиланд. Король Таиланда, да, вот my friend подсказывает. Молодость. Молодость его, да. Вот, такой он шикарный город, конечно. Вот, идем дальше, посмотрим еще чуть-чуть, что тут у нас есть. Такие вот магазинчики прикольные. Вот, куча народу, куча транспорта, как в Москве, слушай. По-моему, может даже и больше. Тут город 10-миллионник. Как нам подсказывал один таксист. Ну, сейчас мы проскочили перекресток. Продажи. Можно купить себе носки. Короче, движение как так. Футболки. Вот. BMW. Porsche. Ferrari. Все, что хочешь. Такие тачки, ну, шикарные просто. А в Пхукете тоже есть что посмотреть. Там транспорта хорошего не намного меньше. Меньше, конечно, не намного. Многие из этих жителей Бангкока ездят отдыхать на Пхукет, как на Донецк или в Одессу. Дороги тут хорошие, можно без проблем на Порше прокатить, на Пхукет. Такой вот он, Таиланд, фрукты, пожалуйста, соки, ананасы. Красиво. Вот, ну, пока все. Вот, высотки опять пошли, ну, красота, короче. Пока все, покажу вам еще следующее видео, где-то мы в океанариум направляемся. Пока.